Джо Луис – непобедимый чемпион по контактному карате в тяжелом весе. Его точка зрения, несомненно, пользуется авторитетом в США. Его актерская карьера была короткой, но весьма красочной. В 70-е годы он снялся в фильме у знаменитого режиссера Джона Хьюстона. Пользующийся уважением всех знаменитых бойцов 20-го столетия, он был близким другом Брюса Ли. Они много раз тренировались вместе, и Брюс Ли всегда приходил посмотреть его выступление. Работа в кино стала главным вкладом Брюса в развитие боевых искусств. Стоит только представить сейчас, один из нас, признанных мастеров-бойцов, стал героем самого знаменитого азиатского фильма всех времен. Он подарил надежду всем нам. Мы надеялись, верили в глубине души. Может быть, кто-нибудь из нас тоже окажется способен на такое. То есть он подарил нам мечту. У бойцов есть послужной список, список боев, в которых они участвовали. У киноактеров есть фильмография, как мы это называем, список фильмов, в которых снимался актер. У Брюса довольно большая фильмография, он успел сняться в 6 картинах, прежде чем ушел из жизни. Что касается его послужного списка профессионального бойца, Брюс, несомненно, входил в число 10 сильнейших мастеров боевых искусств в мире. В нем сочетались качества спортсмена и актера, в том числе комедийного жанра. Любой боец должен совершенствоваться в техническом отношении, лишь тогда он может достичь по-настоящему больших высот. Я научился этому у Брюса. Майк Стоун посоветовал мне тренироваться с ним, а я верил Майку. Чтобы стать хорошим бойцом, нужно понимать, что происходит в момент выполнения того или иного приема, на каких принципах основан, например, резкий удар кулаком, отвлекающий взмах ногой или что-либо еще. Все эти навыки бойца я подчеркнул у Брюса Ли. Во многих отношениях Брюс Ли опережал свое время. Он стал первым, кто ввел в обиход понятие полного фитнеса, объединив два аспекта – тренировку с тяжестями и развитие выносливости, адаптацию сердечно-сосудистой системы и пластичность. Для человека, весившего всего 139 фунтов, даже меньше накануне своей кончины, он обладал очень большой силой удара, он мог ударить как боксер-тяжеловес. Вдобавок отличался удивительной быстротой движения. Он много и напряженно тренировался, прилагал огромные усилия с целью стабилизации мышц. Но все-таки особенно меня удивляла его скорость. Он был самым быстрым из всех, кого мне приходилось видеть. Он обладал невероятно развитым самосознанием, владел философией дзен-буддизма, умел прекрасно скрывать эмоции. Никто не мог угадать, когда он, так сказать, спустит курок. В то время как он сам всегда знал, когда ты не готов. Он великолепно владел руками, умел стремительно работать ими. Я убедился в этом не раз, поскольку был его партнером на тренировках. Поэтому я всегда предупреждал других, никто не знает, с какой силой Брюс Ли нанесет удар. И еще я любил пошутить. Я не знаю, что представляет из себя Джит Кундо, потому что он сшибал меня с ног, прежде чем я успевал разобраться. Задолго до того, как в моду вошли занятия аэробикой, Брюс Ли доказал ее пользу. Он разработал средства защиты для борцов, ставшие привычными в наши дни. Он изобретал и усовершенствовал тренажеры, был писателем, конструктором, философом, обладателем разностороннего таланта. О Брюсе Ли много пишут и говорят, как о непревзойденном бойце, обладавшем великолепной физической формой, но как человек он до сих пор остается неизвестным для всех нас. А вопреки известной тенденции превращать кумира в легенду, всегда нужно помнить о человеке. Вот одна интересная история. Грэм Эйбли Департ, известный баскетболист, Брюс Ли поддерживал с ним дружеские отношения. Однажды мы втроем отправились в Чайнатаун перекусить, и рядом с этим великаном Брюс выглядел довольно комично. Он был невысокого роста, как вы знаете. Так вот, как только мы устроились за столом, Брюс вдруг приказал мне: «Иди на кухню». Я спросил: «Брюс, что я буду делать на кухне? Это неудобно, в конце концов». «Джо, китайским поварам нельзя доверять, поэтому посиди на кухне, посмотри, что они будут готовить».
Его частная жизнь была его сугубо личным делом, но в том, что касалось этой стороны жизни, он всегда был китайцем в гораздо большей степени, чем на экране или во время демонстрации боевых искусств. Гораздо более сдержанным. Даже жена в обществе держалась на определенном расстоянии от него, что вполне соответствовало китайским традициям. Но стоило кому-то прийти к нему домой, как он становился самым радушным хозяином на свете. Он мог запросто предложить мне похвастаться мышцами рук или брюшным прессом, мог показать какой-нибудь новый удар ногой, который недавно придумал. Брюс Ли всегда требовал от самого себя больше, чем мог дать. Он тренировался, не жалея сил, такой невероятный, требовательный, подчас граничащий с внутренней тиранией, образ жизни наложил след даже на его физический облик. Казалось, он постоянно спешил, как будто смерть гналась за ним по пятам. Казалось, он договорился о встрече в условленном месте, успеть куда надо было любой ценой. А может быть, он был устремлен в будущее, стараясь опередить настоящее. 21 июля 1973 года маленький дракон обрел истинное величие, став, наконец, легендой. Его заветы, его образ, его индивидуальность продолжают жить среди нас, окруженные волшебным ореолом, незримой тканью, из которой создаются мечты.